Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Стала известна причина, по которой расстались Саша Черно и Иосиф Оганесян. Ходят слухи, что Иосиф изменил Саше с Александрой Шевченко. Он раскаялся и пытается вернуть Черно. Рома Гриценко опровергает слухи о романе с Ольгой Бузовой. Он сказал, что никаких оснований для слухов нет, с Бузовой он просто хорошо общается. В недавнем эфире Лера Фрост рассказала правду о симпатии Кати Жужи к Захару Соленко. Жужа приглашала Захара сходить с ней в ночной клуб и даже предлагала уйти с проекта и жить у нее. Но Лера уверена, что Захар не был с Жужей. Гарик Рагимов проявил симпатию к Олесе Клочко, но он ей не нравится, Олеся хочет уехать на поляну. Там ее ждет парень, с которым она переписывалась в социальных сетях. Алексей Чайчиц преподнес Ольге Бузовой шикарный букет. «Я всего лишь хотел сделать так, чтобы она улыбнулась», – пишет он. Чайчиц рассказал, что к нему на проект хотела прийти бывшая участница Ольга Власова, но он ей отказал. Тогда Власова оболгала его, рассказала журналистам о том, что Леша, несмотря на свою сексапильную внешность, слишком скромен и зажат, и не вызывает никакого желания заниматься с ним волшебством. Майя Донцова, Маша Кахно и Лиза Триандафилиди выбрались погулять за периметром. Майя уверяет, что она не пьет алкогольные напитки. Она ведь поспорила с Никитой Кузнецовым на 40 тысяч, что не будет пить 40 дней. Женя Алаева, бывшая девушка Никиты Кузнецова, опровергла все слухи об его измене Дарине Маркиной. Женя видит, что Никита по-настоящему влюбился, как и в нее когда-то. Он изменился. Ольга Бузова приехала на торжество по поводу открытия нового сезона Comedy Club. Либерж к подону раскритиковала качество продуктов, выпускаемых под маркой «Дом-2». Татьяна Африкантова начала выплачивать суммы, которые ей присудили по делу Ирины Агибаловой. Ей приходится это делать, иначе не пропустят в Дубай. В сети прокатилась волна взломов в Instagram, взламывают блоги звезд «Дома-2». Пострадали странички Дарьи Пынзарь, Вики Романец и Антона Гусева. Подтвердился слух о том, что у Курбана Амарова проблема с деньгами. Это подтвердил его недавний рекламный пост. Очевидно, что серьезный бизнесмен не стал бы зарабатывать с помощью рекламы пищевой добавки. Маша Круглыхина поделилась с подписчиками историей знакомства со своим мужем. Они познакомились ровно год назад, решили ехать в монастырь на ночную службу. Но они перепутали расписание и пошли гулять в парк Музеон. С того дня они практически не расставались. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.